Выставки Белорусской ассоциации творческих людей под руководством Тиграна Джавадяна – это всегда яркое и запоминающееся событие. Праздник искусства, где все продумано до мелочей. Несмотря на коррективы, которые внесла пандемия, и этот раз не стал исключением. Мы готовились к этой выставке заранее, но в связи с непростым временем наш формат намного сжался. Мы отменили свою торжественную часть, но тем не менее наши художники старались передать ощущение праздника окружающим. И я думаю, что у них это получилось. Мы готовились к этой выставке, готовили зимние произведения праздничные. Критерий выбора работ только один – талант их создателей. Здесь, на костюмированной маскарадной выставке «Рождества. Волшебные мгновения» удалось собрать полотна одаренных белорусских мастеров кисти. А организаторы не впервые дают возможность самореализоваться и показать свои работы молодым, начинающим авторам, наравне с опытными профессионалами. Мы открыли двери для молодежи, и не только для молодежи, а для людей любого возраста. Мы пришли к выводу, что подобный подход, оно будет отвечать требованиям современного времени. На сегодняшний день практически все союзы, они закрыты. Как это влияет? У них практически залы стали пустые, выставки стали скучные. Вот. Вся причина упирается в том, что люди боятся конкуренции. Это большая ошибка. Почему? Дело в том, что нет двух одинаковых художников. Каждый художник – это личность, каждый художник – это определенный почерк. И на каждый определенный почерк и творческую работу есть свой покупатель. И хотя в этот раз по соображениям безопасности мероприятие прошло в узком камерном формате, это ничуть не помешало присутствующим прикоснуться к миру прекрасного, попытаться проникнуть в замысел создания картин и тайну его воплощения на холсте. Зато благодаря такому формату появилась прекрасная возможность пообщаться и уделить внимание каждому из гостей выставки. Мы всегда очень трепетно и всегда очень волнительно это все происходит. Каждый художник вкладывает в свою душу и сердце. Немногие знают, что наши все художники уже известны не только в Беларуси и странах СНГ и ближнее зарубежье Европы, но и даже во всем мире и в Америке. И они хорошо продаются. И очень ценится наш талант, наше искусство. И все очень стараются. Ну и сильные работы, есть очень много сильных работ. Порядка 40 работ 24 талантливых авторов будут радовать гостей и жителей Бреста в зале роскошного гостиничного комплекса «Эрмитаж». Приобщиться к миру прекрасного через изобразительные и ремесленнические работы, прочувствовать их тепло и рождественское настроение можно будет на протяжении целого месяца.